сегодня действительно необходимо поддерживать творческое начало детей, молодежи, подрастающего поколения, потому что наша необъятная Российская Федерация – самые лучшие талантливые дети. И им необходима такая творческая поддержка и, конечно же, поощрение для того, чтобы дальше развиваться. В Анапе фестиваль стартует впервые. Город-курорт продолжает традицию проводить морскую звезду на Черноморском побережье. В этом году конкурсу фестивалю 4 года. 300 участников приехали в Анапу со всей страны. Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Чувашия и другие регионы представили самые яркие номера самых талантливых звездочек. В течение 5 дней они будут отдыхать в городе-курорте и соревноваться в нескольких конкурсах. Хореографии, игра на музыкальных инструментах, вокал. Ни одно сценическое выступление невозможно без яркого костюма. Этот фестиваль-конкурс отличается от других. В программе запланировано выступление театров моды. Количество участников фестиваля-конкурса с каждым годом увеличивается. Конкурсанты, один раз поучаствовавшие на фестивале «Морская звездочка», как правило, приезжают вновь. На самом деле фестиваль очень хороший. Почему? Потому что он дает развитие. Развитие твоим способностям, развитие твоим творчеству, развитие твоим эмоциям в первую очередь. Всегда интересно приезжать к новым людям, но интереснее всего приезжать к старым знакомым. Наверное, поэтому мы приехали второй раз.